Добрый день, дорогие ребята и родители! Сегодня у нас следующее стихотворение про Петю. Вредный кот называется. Петь, здорово! Здравствуй, Вова! Как уроки? Не готовы, понимаешь? Вредный кот заниматься не дает. Только было сел за стол. Слышу. Мяу! Что пришел? Уходи, кричу коту. Мне и так не в моготу. Видишь, занят я наукой. Так что брысь и не мяукай. Он тогда залез на стул, притворился, что уснул. Ну и ладно, сделал вид, ведь совсем как будто спит. Но меня ж не обманешь. А, ты слышишь? Сейчас ты встанешь. Ты умен, и я умен. Раз его за хвост, а он мне руки исцарапал, скатерть со стола стянул, все чернила пролил на пол, все тетрадки мне заляпал и в окошко ускользнул. Я кота простить готов, я же жалею их котов. Но зачем же, говорят, будто сам я виноват? Я сказал открыто маме, это просто клевета. Вы попробовали псами удержать за хвост кота. Вот такой у нас Петя. Не выучил уроки и все свалил на кота. А сам его обижает, тянет за хвост. Вот со страху кот и убежал. И все пролил. Все тетради вон порванные. И скатерть на полу. Всего вам доброго. До следующей встречи. Пишите комментарии. Я их с удовольствием почитаю. До свидания.